37-летняя Светлана Лобода воссоединилась со своими детьми после гастролей. Исполнительница хита «Твои глаза» соскучилась по малышкам. Певица решила показать их публике. Поп-звезда две недели не видела девочек. Дети отдыхали на курорте во время гастролей мамы. Сегодня Лобода вернулась в Мексику к дочерям. Блондинка запечатлела наследниц на камеру. 1,5-годовалая Тильда играла с песком на пляже, пока ее мама радовалась встрече. «Кто тут такой хорошенький стоит здесь? Кто тут такой маленький пупсик? Чья это маленькая попочка?» — умилялась артистка. Светлана также показала интересные кадры со старшей дочерью, 8-летней Евангелиной. Та вырезала наклейки из бумаги. Мать решила порадовать ее своим вокалом и исполнила песню бременских музыкантов «Нам любые дороги, дороги». Школьница оригинально оценила мастерство матери. «Мне, конечно, нравится, как ты поешь, но это громковато», — отметила девочка. Комментарий вызвал у певицы смех. Светлана взяла в отпуск много купальников. Она воспользовалась возможностью показать достоинство своей фигуры, облачившись в крошечное черное бикини. «Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды», — указала секс-бомба. Лобода также обнародовала архивный снимок 2017 года. Для него она позировала в откровенном розовом топе и голубых джинсах. С помощью фотошопа у певицы появились две копии. «Можно мне оставить ту, которая не гастролирует?» — поинтересовалась Анжелика, жена шоумена Александра Ревы. «Мои тоже просят», — призналась певица. Знаменитость редко радует поклонников публикациями с детьми. Недавно она показала забавные моменты с прелестной Тилей. Певица устроила сексуальную фотосессию в море, куда зашла в мини-бикини на завязках. Светлана раскрыла простой, но эффективный секрет своей стройности.